Доброго времени суток, друзья. Я нахожусь в порту Валенсии. Я здесь остановился не случайно. Хочу вам показать, что 2 дня в Валенсии будет проходить триатлон. Здесь очень большое скопление людей. И вот я остановился специально показать, как вот организовали вообще стоянку для велосипедов для участников в этом триатлоне. Посмотрите, сколько велосипедов, потому что прибыло очень много людей. Организовано, конечно, очень все красиво. Так что, друзья, что-то увижу по дороге, еще обязательно покажу вам. Ну, до новых встреч!